Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить коктейль «Голубая лагуна». Этот коктейль был придуман в одном из первых коктейльных баров Европы сыном владельца этого бара после просмотра фильма «Голубая лагуна». А так как в то время было очень модно давать название коктейлям по названию фильмов, так и родился этот коктейль. Для начала нам понадобится охладить бокал. Коктейль мы будем готовить методом шейка. Для этого нам понадобится шейкер, лед. Первый ингредиент, всем знаком, русская водочка, щедрую порцию, ликер, блю курасао, даст нам неповторимый цвет, а также крепость. Сок лимончика обязательно понадобится в этом коктейле, он вообще никогда не бывает лишним. Замечательно. Теперь сольем лишнюю воду, который у нас подтаяло, и хорошенько-хорошенько потрясем. Замечательно. И дабы лед не попал лишний в коктейль, мы процедим наш коктейль через сито. И украсим наш коктейль цедрой лайма. Коктейль «Голубая лагуна» готов. В эти выходные каждый второй коктейль «Голубая лагуна» до 12 бесплатно. Ждем вас в Мишко-баре.